Уже месяц, кстати, прошел. Да. Да, вот. Уже чувствуете, все. Это я уже не просто стою тут, я как бы со стаканчиком мелочи собираю, блядь. Потому что дело пахнет керосином. Вот позавчера я заправился на косарь, и знаете, когда заправился опять на косарь? Вчера. Вот это да, чудеса, блядь. В нашем современном обществе, конечно, блядь. Мы обещали серию 2 про Таурега и про его мини-восстановление и про все такое. Вчера отогнал я его на химчистку и полировку кузова. Приехал, отдал чуваку ключи, мы с ним пожали руки, короче, и все, я уехал. Сейчас приехали снимать, как они там работают, а вот трубки не берет и двери закрыты. Вопрос. Какова вероятность того, что мой Таурег спиздили? О, нихуя, стекло открывается, ты видел? Как ты это сделал? Серьезно? Какая коза! Настали времена скрытых дефектов, пацаны. Всегда заглядывайте под мухобойку, если даже тачка ваша выглядит со стороны целая, блядь, внешне, да, все. Но вот нам-то догадаться можно было. Здесь у нас номер замят, рамка китайская, блядь. Ну можно же было догадаться, что и капот что-то, блядь, прилетело. Но с другой стороны, ставишь обратно мухобоечку, да, и на, конфета. Я думал, что... Кретины, да? Так, так, так. Охренеть, блядь. Так. Во, блядь. Немцы вещи делают, блядь. А чё? Нихуя пепельница. Коза. Ты вообще смотрел машину, когда покупала? Самое первое и основное, скорее всего, это ответ по поводу расхода. Расход очень просто считается. Я сначала там еще пытался записывать какие-то цифры, смотреть на экране на компьютере расход. Ну, короче, просто тупая арифметика. 1000 рублей равно 100 километров. Вот ни плюс, ни минус. Ну, там, знаешь, 98 можно. Ну, да, да. 109. Вот такая вот арифметика, блядь. Так что давай шапку, сейчас мы тут сядем, блядь. Вот и получается 73 тысячи рублей, делим на 2 и получаем, что месяц владения Таурегом 36 500. При среднем заработке, блядь, в 22 тысячи рублей. Эх, красота, блядь. Пацаны вчера писали про сходку в Минске. Так что вот, пацаны, давайте делать сходку в Минске точно. Только выберите место, где мы с вами вчетвером соберемся. Вот я, Артем, блядь, и вас двое. Ну и давай по условиям поговорим, как это все будет работать. А как это все будет работать? Я придумал следующее. Мы так классно придумали, блядь. А дальше-то непонятно. Следующая схема. Мы принимаем заявки от подписчиков из озвученных городов. Заявка должна включать в себя фотографию. Что еще? Описание автомобиля. Ну, фотографию машины, а то, блядь, пришлю тебе шайбу сразу. Да. А вчера, ну вот по этой дороге кусанулись с дизельным туриком. Как ты думаешь? Как долго продолжалось соперничество. Несмотря на то, что Карабас вообще, ну, прямо тупой-тупой, но он от меня подставал. Ну, сначала у нас были гонки, естественно, а потом он просто в космосе оказался. Но я ему моргнул, он мне моргнул дальним, у нас такие были гонки на Таурег. Дворники что-то начали хуевничать вот из прикола. Что-то то ли моторчика не хватает, или что-то ли подсмазать надо. Я так сбрызгал все, они вот так, эть, как кондраты работают. А мы можем сейчас показать? Опа. Вот пидармоты. На видео. Ну-ка еще раз. Уебаны. Да хули он сейчас будет работать? Сейчас нормально. Пацаны, они реально просто тупорылили. Ну ладно. Понимаешь, что? Машина-то на видео не хочет ложать. Нет, так она говорит, я вообще классная. Да-да-да. У нас сейчас последний 30-й выпускной. У нас последний 30-й сейчас, да. А потом твоя Нюха. А завтра Нюха Никитоса. Не будем опаздывать на него. Пацаны, 13% девчонок. Всем отвечаю в сообщениях. Мне очень приятно, что вы поздравляете меня и ВКонтакте, и в Инстаграме, и вообще где угодно. Я прямо такой, ну, знаешь, душевно сижу. Пацаны поздравляют, девчонки поздравляют. Нравится, нравится, блядь, нравится. Тигрины ли вы все? Погнали. Я просто вот так к дому красиво поставил. Утром сразу выхожу. Эвакуатор Алены, вечер назначил. Все, и в сервис сразу, блядь. Меня, конечно, предупреждали, что быстро, да? Нахуя тебе столько салфеток? А хули я Таурега купил, слезы вытирать буду. Вот если что-нибудь, ну, мотор, например, отлюбнет, ты сразу ее раз к ветке. Пытались спиздить фару. У тебя или ты пытался спиздить себе такую же? Да нет, ну это неплохая бизнес-идея на самом деле. Я выхожу, и стоит типус вот так.
А я-то умный, я-то сразу ее прикрутил там на все хомуты, на которые только мог, и ту, и ту. И он ее вот так вытащил, короче, а дальше не получается. И я ему ору, а понимаешь, что, ну, я бежать-то до него не буду, он меня попалит и просто убежит. Я ему ору, говорю, слышь, дружище, говорю, ты фару-то оставь в покое. Он так поворачивается на меня, смотрит. Я говорю, фару оставь, она моя, говорю, блядь, моя. Он так посмотрел на меня, сел в какую-то корову на заднее сиденье и ушуршал. Хожу, смотрю, такая лужа огромная около машины. Шланг на гуре лопнул, вытекла, короче, вся эта жидкость. Приехал в сервис, в котором был 3 дня назад, менял диски, короче, менял масло, менял свечи. Они по тебе и соскучиться не успели, говорит, да? Ну я же тебе говорил, елки-палки. Мне в маштучке наши любимые я заменил, потому что мужик в сервисе говорил, держи этот ебаный капот. Свечей 8 штук, понимаешь? Катушек 8 штук. Причем катушки такая штука, знаешь, типа, ты никогда не угадаешь. Ты вот смотришь диагностику, там пропуски 1, там 5 и 6. Ты такой думаешь, ну куплю 3. Покупаешь 3, бам-бам-бам. Тут же там 3 дня проходит, бах, 2. Ты думаешь, ну, ничего страшного, пусть пропускают уже, потому что, ну, копить надо как бы. То есть это просто Туарек тебе предлагал игру в наперстки, понимаешь? Ну да. Вот так, это так и происходило. Но это не смешно вообще, понимаешь? Масло поменено было, естественно, ну, 2 фильтра воздушных. Типа, знаешь, ты, если бы на простой машине ездил, был бы 1, а здесь 2. А 2 – это 2 косаря денег. Знаешь, типа лампочек. Каждая штука стоит по 1.5 косаря. То стоп перегорит, то задний ход, то еще что. Поехали с Никитой на рыбалку. Приехали, все, пробирались на высоком положении пневмы, все красиво, все классно, все, добрались. Здорово, порыбачили, короче, все, сели обратно в машину. Он мне ппм, ошибка пневмоподвески. Я думаю, ну что такое-то, как это вот так возможно? Выхожу, а тачка вот так стоит просто. То есть жопа в максималке, перед в минималке. Позвонил Данилу, он говорит, а я говорил, что тебя это не обойдет. Я говорю, все сказал, блядь, все. Я поехал к нему, отдал, нашли датчик положения, по ошибке, короче, датчик положения кузова сдох. Что-то 7900, по-моему, 6900. Я говорю, братан, ну больно это все. Он говорит, ну я понимаю, что ты хотел. Все, едь отсюда, бесишь меня. Ставил ему машину, вечером звонит, все, уже калибрую, еду, типа тебе подвеску, все нормально. Приезжаю расплачиваться, там что-то 2400. И чек, понял, сверху написано «Подорожник на пневму». Я говорю, что делали? Он говорит, да что, открыли, почистили, там что-то где-то закисло, там туда-сюда, короче, все. Сейчас опускается, поднимается, все четко. Ну и самое, наверное, сильно меня, ну, прямо до сих пор аж бесит еще, это дворники. Нам в первом или во втором, помнишь, в видосе писали, типа, с дворниками шутки плохи. Я думаю, ну а что там с ними может быть? Дворники же, бля, у меня на «Москвиче» дворники работают, братан, понимаешь? Я думаю, ну ладно, все, и в какой-то прекрасный день, один вот так, один вот здесь, я думаю, ну вообще круто. Чтоб ты понимал, после 3 недель ебатьни с дворниками, у меня сборка-разборка дворников вместе со снятием всей этой ебалы занимает где-то, короче, 2 минуты. Я открываю, смотрю, что вот там с той стороны просто кусок отломанный. Я думаю, ну, пиздец, конечно, интересная конструкция. Все это дело сняли, в одну разборку, во вторую, там космос, ну 10-12, какие-то вообще цены, ну невменяемые. На японца 4500 с моторчиком. Даня говорит, ну смотри, типа, можем взять на японца, твои снять, увезти кенту аргонщику, короче, он там поколдует, сварит, и все будет нормально. Мы к нему приезжаем, он говорит, пацаны, ну только за то, что я попробую это сделать, будет 2. Я звоню в автотрейд, они говорят, что там 7300, по-моему. Китайская, целиком, но без моторчика. Я думаю, ну оно то на то и выйдет, но запчасть-то хотя бы будет новая. Вот тут-то жизнь меня и повернула раком, блядь. Я приезжаю, покупаю эту новую деталь, значит, мы все, бам-бам, чик, ставим, закручиваемся, все, включаем они, швык-швык, все работает, красота. Доезжаю домой, блядь, все, довольный. Выхожу утром, барызгаю, все, они, тык-тык-тык-тык, пиздец. Я думаю, ну, как так? Там такой, короче, есть типа такая штука, в нее вставляется вот такая штука, она вот так крутится там. Китайская меньше, чем немецкая, ну, вы по фильмам поняли. Даже в запчастях. И она просто оттуда выпала. Я опять это все разобрал, мы там колдовали, опять собираем, все. Огонь. Поехали мы на белье. Естественно, это классика жанра, когда кто-то куда-то собирается, типа нас. Мы попадаем сразу вот в тайфун, в грозы, все такое. Проехали полпути нормально, и на полпути, когда пошел уже лютый дождь,
дворники просто сказали, типа, давай дальше сам. Так вот, пацаны и девчонки, я научился за неделю езды без дворников смотреть, блядь, сквозь капли и оценивать вообще всю ситуацию на дорогах. Я приехал еще раз, короче, мы опять все это разобрали, собрали, тьфу-тьфу-тьфу, работает. Но я теперь ими пользуюсь, знаешь, ну, типа, не постоянно.